15 регионов, 50 участников и возраст за 50. В Вятских Полянах собрались ветераны городошного спорта. Несколько дней они будут мериться силами в рамках чемпионата России. Место соревнований уже традиционное – спорткомплекс «Электрон». График игр насыщенный. Участников ждет как личное, так и командное первенство. Завершится чемпионат России в понедельник, 19 июня. Тогда же и станут известны имена победителей. И за это звание участникам предстоит серьезная борьба, так как многие здесь уже заслуженные мастера спорта. Чемпионом стал, а повторить чемпионство сложнее, чем первый раз выиграть. Месяц назад чемпионом Приволжского федерального округа стал в личном зачете. То есть у вас сегодня задача? Повторить звание чемпиона России второй год подряд. Ну, пока не получается, потому что впереди меня заслуженный мастер спорта Владимир Поляков. Чемпион мира в свое время был. Возраст у нас ветеранский, как бы пообщаться с ветеранами. Встретить друзей, вот. Ну и, естественно, показать результат, вот, побороться.